Сирию и Белоруссии из Гомельской области в бассейн Украины был нанесен удар из Искандера. Россия выпустила более 20 ракет по трем направлениям. Ракеты пускали российские самолеты с территории Беларуси. Россияне пытались выйти в Киевское направление со стороны Сумской и Черниговской областей и со стороны Республики Беларусь. Участвовать в этой войне. Ваши жизни принадлежат только.